наше место. Мы из благотворительного фонда. Да мне похуй, откуда вы. Из бомжемани. Идите вы, мы вам денег хотим дать. Да. Вон, бичам давай. Тебе или мне? Че он тут? Охуели, встали, блядь, на нашей помойке, блядь. Давай. Здрасте. Вообще парковка платная, 100 рублей. Да. Че? Нормально, нормально, Люка, иди, иди. Че? Здрасте. Здрасте! Здрасте! Можно вас на минуточку? Мы из благотворительного фонда бомжевания хотим вам денег дать. На сход ноги, там на хлеб, на воду, на свободу. Не понял. Благотворительный фонд бомжевания! Благотворительностью занимаемся. Не понял. Ну, бомжей кормят, деньгами дают. Да. Иногда, когда у нас у самих. А что хрипишь? А? Что хрипишь? Да простыл я. Здравия. Кто вы тут? Бомжемания! Да, что, не слышали, да что ли? Они же бомжемания, что не видишь, как одеты? Мечи. Иди сюда. Агадич. А? Ну, люди не понимают. Да похуй, так сойдет. Да. Ладно, всего хорошего. Я не понял. Вы объясните. Я не понял. Ну, мы из благотворительного фонда бомжемания. Людям помогаем иногда. Люди помогают, когда вот так. Ну, все непонятно. Дай ему еще день. Давайте мне. Во! Все. Да. Ну что, спасибо вам. Приходите еще. Я не верю, что в стране, в России могут такие люди. Чего не верите? Правда могут такие люди. Конечно. Это раздают. Так. Мы же из бомжемании. А где вы живете? У вас... Мы на той стороне, вот там. У вас свое жилье хоть есть? Нету. Нету. У меня тоже нет. Ну вот. Тогда мы соседи. Соседи, получается. К вам присоединиться. По городу. Может, к вам присоединиться? Ну, может быть. К нам присоединиться, если... в бомжеманию. Ну, мы, если что, тут регулярно бываем, может, да. Я не жадный, я могу работать, зарабатывать, так же людям деньги давать. Сейчас, секунду, сейчас, Надя, еще вам. Я бы согласился с вами. Вот, ходим, бомжеманию. Не, ну мы вообще в тандеме работаем. Да, мы вдвоем работаем. Да у нас станок печатный. Да. Стоит. Печатаем бабки. Да, ну вообще нормально. Ну я не откажусь. Я вот купил участок, дом мне построил, ну болтаетесь в Иркутске. Болтаетесь? А участок где? Твои соседи в прошлом. Да. Он же тоже оттуда. Вот там купил участок, дом мне построил, а сам вот болтаюсь. А? Ни документов, ничего нет. О, ё-моё, а вы где живете-то? Ну, мы да там не где, то там, то где там, там. Где колонию там уже. Зырь, сигаретная фабрика. О, ну-ка, подними-ка. Да нет, это больница, смотри. Слепота, мертворождение, рак легких. Не стоит. Опять, смерть. Зинки подаришь, может, на 8 марта, а? О, мы из нее сделаем коробочку, а туда наложим цветов. О, точно! Бери ее с собой, нахуй, потащили. Давай, тебе пригодится. Нихуя. Ёба. Петушара! Здорово! Да-да, это он наш телефон подрезал, отвечаю. Он телефон наш впиздил, сука. Подожди. Че ты, куда собрался? Не тычь меня пальцами, Далеко собрался. Да нет. Ты нашу мобилу взял. Возможно. Да что ты пиздишь, по тебе видно, это ты, петушара. Возможно. Ну давай назад тогда. Обратно давай мобилу. Ну а может это не я. Да вон он. Какие ваши пруфы? Да ты по-любому петушара, сука! Ладно, я пошел, пацаны. Чё?
Жрать хочу. Я тоже. Агаич, пойдем я тебя за анал шаурмой накормлю. Здрасте. О, очередь. Кто последний? Мы. Все просто, пацаны. Но мы хотим это вот по аналу шаурму купить. А вот что-то можно добавить? Давай. Чуть-чуть можно. О, ништяк. Сейчас. Агади, сейчас мы как с тобой разгуляемся. Че, давай? Может, без очереди как-нибудь? Да, ну так, и так мы сейчас. Агади, отойди, от тебя воняет. Ну чё, давай, заказывай. Дайте, а чё чай стоит? Маленький 15, большой 30 рублей стоит. Можно вот по аналу два маленьких по 15 и по безаналу две шаурмы маленьких. 320. Лаваш обычный, сырный? Ссаный. Да похуй, любой. Ага. Любой. Ну ничего, пацаны хохочут. Что-то по-любому хотят сказать. Наверное, и с сахаром, и с лимоном. А чё они хохочут? Чё мы что-то смешное сказали? Чё-то расплатился аналом. Всё ништяк только. Да, чай по аналу взяли. Вот это остальное без аналом. Сегодня как короли. Да. Мне вообще это место нравится. Здесь люди такие добрые, денег дают. Хохочут, настроение поднимают. Погодите, тебе что там в глаз попало, подожди. О, нормально. Мы сбежали. Надоело, капец. Погодите, может мы тоже займемся здоровым образом жизни? Тоже будем улыбаться? Конечно. Что думаешь? Кого улыбаешься? Да похуй, так сойдет. И там тоже. Благотворительный фонд бомжемания. Скидывайте, если что, туда. А мы будем раздавать бедным. Пацаны, денег надо? Не, ну вы смотрите, мы что можем по сутки дать, если что. Нуждаемся. Надо денег. Мне его смех абсолютно... О, а это не наша, что ли? А, не наша. Ну ладно, давай. Успех, давай. Давайте. Чтобы перчатки, у меня часовка. Нормальные пацаны. Но только они какие-то это сильно улыбающиеся были. Да похуй. Агатич, ну мы вообще в культурном месте находимся. Чё ты материшься? Здрасте. Здрасте. А? Да мы пожрать пришли. Че, имитируйте? Негде. Мы собираем вообще-то. Че собираете? Деньги на помощь нуждающимся. Какой-то он наркотичек агрессивный. Че, дай камеру? Какую камеру? Ну как бы идея-то хорошая, только да. Какое будет исполнение. Исполнение? Да. О, чаек наш.
Делать ему некуда, все. Че, пожрать не? Да на улице пожрем. Да конечно. Что-то тут все агрессивные какие-то. Да, Аркадьич, они как я нервные. Надо бы... Да, аптеки мне... надо. Да, валерьянки взять. Если анала не хватит, по безаналу, если что. Я хорошо, что пошел сегодня, карту нашел. Проливаешь? Да похуй, так сойдет. Аркадьич, вон остановка, вот там и пожрем. Че, прям на остановке? Ну конечно, это же специально там лавочка. О! И душара! Здорово! О! Вот тут вообще тема, Аркадьич! О! Давай! Заебись! А. Давно так не шиковали! Смотри, какие тачки крутые вокруг, Аркадьич. Да мы сегодня короли вообще. Да какие короли? Короли так не живут, Аркадьич. О, ты чего, ё-моё? Мне это оставишь? Да у тебя своя есть. Да хули мне своей мало? Ну так-то ты большой, жрёшь много, но... Ну чё, как, вкусно? Аркадьич, чё они на нас все так смотрят? Я как-то плохо выгляжу. Аркадьич, ты чё как чмо? Чё тебе не нравится? Да эти, то он весь измазан. Ты как чмо вообще сидишь тут на остановке. Люди ходят, некрасиво же. Чё, у меня есть чё на ебле, а? Да у тебя там сплошная грязь, сука, ебаная. Ты чё нахрен, охренел что ли? Ну чего, ты вызвал такси? Едет, Аркадьич, едет уже. Чё, по какому маршруту двигаться-то будем? Да до Зинки доедем сначала. Она тут на помойке где-то рядышком живёт. Чё у меня, Аркадьич? Ты с той стороны садись. Здрасте. О! Здрасте. Ну можно, да, к вам? Куда едем? Да мы тут сейчас туда. Куда? Ну вот туда. Вот туда. Ну, то есть там развернемся и туда. Там здесь вот, по району. Ну, минималка у нас. Да-да, там написано. Ну, у нас там ожидание идет, да? Да не, ничего нет. Отменили заказ. Кто? Вызовите другую машину. А почему не эту? Ну, потому что мне, ну, позвонили, домой надо ехать. Да нам тут быстро. Ну, я понял. И что, вообще тебе все никак? Не-не-не, надо срочно ехать. Ну, пожалуйста. А если по-двойному? Не-не-не. Ну чё, Аркадьич? По двойное платье, чё, не проканает, что ли? Нет. И чё, нам пешком теперь идти? Ну вызовите другую машину. Да мы эту ждали долго. Ну я понимаю. У нас чё, он денег, если чё, тоже есть. Чё, другое закажем? Да-да-да, другое закажем. Давай другое. Пошли. Что за фигня, Аркадий, сейчас не... Ну что за хуйня-то, блядь? Нас никто вести. Вести не хочет никто. Пошли что-нибудь это на... Вообще подвезли. КамАЗ был недавно, Аркадий. Слышишь? Ёбаный в рот. Пиздец, просрали КамАЗ. Ща, я тебе говорю, блядь. Чё ты? Проверим, мне надо доехать, блядь. Здрасте. Можно мне докинуть, что минималка стоит? Куда докидывать?
Да вон тут. До помойки надо доехать, вон он. До помойки? Да. У меня машина до помойки не доводит. Нет. Сколько стоит? Что нам по минималке можно, нет? На гвоздь наступил, братан. Идти не могу. Да есть деньги, есть деньги. Сколько надо? Ну вот тут. До помойки вот этой. А чё, как всё не щипается, нормально, как день? Ну как, работается, нормально? Вот, может, чё, чё, да, давай это, чё? По минималке доедем? Вот оттуда. Вот, 200, домой. 200 рублей дам, доехать дам, до помойки надо. Вот это, до помойки? Да, вот до этой помойки. Этой. Да серьёзно, держите. А погоди. Чё, заявка что ли? Да, отмените. А там ещё подумаем, может, по городу покатаемся. О, там уже за сотку дойдём. А зачем нас снимать? Ты чё, тоже блогер что ли? Снимаешь нас. Это чё за блог таксистский? Ну довези. Ну ладно, поехали этот, до помойки нам доехать надо. Привёшь? Денечку вперёд садим. Всё. Подожди, я стою, я с этой стороны, на. Давно в такси не ездил. Что, шеф, трогай. Трогай. Вот туда. Вот, на эту помойку. Вон на ту, на нашу. Да. Ничего, мы шикарно живем. Да. А наша на такси в булочную не ездит. А на Войкову. Вот все, вот. Вот. Здесь тормози, не здесь, да? Здесь. Все, спасибо тебе. Спасибо. Тебя как зовут? Николай. Николай. Подожди. Николай, мы из благотворительного фонда бомжимания. Вот еще. Сотка, держи. Все, спасибо. Пожалуйста. Ништяк, мы на тачке вообще быстро. Нихуя! Ой, а чё тут она поставила-то? Чё это такое? Тут наше место вообще-то, блядь. Ничего понять не могу. Чё тут? Чё кого? Давай ещё тут бабок нароем, ещё кому дадим, чё. Тут в прошлый же раз было, блядь.